С начала года на предприятиях «Стерлитамака» произошло 8 несчастных случаев, 2 из которых закончились летально. Данные сегодня сообщили на координационном совещании в администрации города. Спикерами выступили представители предприятий и учреждений, на которых были зафиксированы инциденты с травмами. Чаще всего серьезные ЧП происходят в строительных организациях и на производстве, заметил Марат Мусин, выступивший координатором заседания. На «Авангарде», к примеру, за 3 месяца этого года 2 несчастных случая: 25 марта падение с высоты рабочего и 10 апреля из-за взрыва сотрудница потеряла фалангу пальца. К этим несчастным случаям приводит неудовлетворительная организация работ. То есть это как раз те случаи, когда, например, допущено, скажем, падение предметов с высоты или падение работника с высоты. Это здесь только неудовлетворительная организация работы. Никаких, скажем, вот в данном случае признаков того, что, скажем, сами работники допустили какие-то нарушения, не имеется.